Каждый год жду, ну как же пройдет 1 сентября у моих детей. И каждый год вот это. К 8 утра родители с детьми дружно подтягиваются в школу. Одеты кто в чем, формы в школе нет, и никто даже не думает принарядиться к первому дню. В общем, это такое броновское движение, когда все просто идут к школе. Хочется спросить, а где линейка, а где музыка, а где дети с цветами? Ничего этого в Америке нет, не умеют. В общем, просто доводишь ребенка до ворот школы, ребенок немножко волнуется, потому что каждый год новый учитель, новый класс, который он не знает. Ну и потом после ворот там уже какие-то волонтеры, учителя перехватывают детей и помогают все же понять, в какой класс им нужно идти. Из новенького в этом году заметила, что теперь полицейские дежурят с утра на территории школы. В этом году уже по хорошей традиции мои дети пошли в американскую школу с рюкзаками из Москвы. Желаю вам отличного учебного года. Если бы американцы увидели, как проходит 1 сентября в России, наверное, они бы упали в обморок.